Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Ом. И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор эфирного масла ментола 5 мл. Масло получают так, что оно сохраняет сильно тонизирующий, противобактериальный и антисептический эффект. В ментоле много витаминов, полезных веществ и кислот, которые обеспечивают отличный уход за волосами и кожей. Ментоловое масло используют также для ароматизации косметических средств и средств для устранения неприятных запахов. Холодящее, бодрящее действие ментола на кожу очень приятно в косметике после эпиляции, кремах от усталости в ногах и зубных пастах. Аромат ментолового масла очень яркий и свежий. Его холодок бодрит и облегчает дыхание. Поэтому ментол используют в спреях при лечении болезней горла. Свойства эфирного масла ментола в косметологии таковы. Хорошо ухаживает за любым типом кожи, но особый эффект оказывает на жирную пористую кожу, для которой весьма полезны будут тоники и лосьоны с этим маслом. Тонизирует и бодрит, обеспечивает стимуляцию сосудов и капилляров, эффективно для устранения капиллярного рисунка. Насыщает кожу кислородом, активизирует обменный процесс, осветляет веснушки и другую пигментацию, придает коже сияющий свежий вид. Охлаждает кожу, что полезно для уставших ног и стоп, а также для кожи головы в жару, когда она сильно потеет под волосами. Используется в составе ополаскивателей и зубных паст для освежения и очищения полости рта. Ментол отлично дезинфицирует, прочищает поры и способствует обновлению кожи. Вот такой бутылочке мы отправляем эфирное масло ментола нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!